паспорте. Вот нет, с этой стороны нас сажай, если можно. Бля, по-дебильному, вот ты смотришь, когда говоришь, у тебя уезжает. Западу быстрее облети, типа ты там смотришь. Так, все остальные двигаемся на, давайте на юго-восток. Юго-восток. Да. СПН высадился. Внимание, приняли по дороге. На ВП 1. Видите меня? 1-3, говорит, приняли по дороге, ушли в маршрут. Как же это не все? 1-3, мы туда. Один сейчас продолжаем. Понял, камера. Давайте за мной на юго-восток. Сюда все бегите. Да, идем туда. Иду прям по кромке леса на восток. Да, сейчас надо чекнуть, подожди, что отсюда видно. Может, на мне даже нужно подниматься. Весь карьер вижу. Тогда пускай здесь снайпер садится. Кто у нас? Диги, ты? Нет. С вашим снайпером. У меня в руках эмка была. Без прицела. Не, пацаны, давайте, наверное, не будем подниматься, просто здесь пустимся, вот, в карьеру. И от него пойдем уже. Хотя, сейчас я чекну. Я вообще нихуя не понимаю, что происходит, блядь, сектора. Вижу врага, азимут отсюда 155, там укрепление такое. У нас там хуево туча врага, блядь. Там выебали походу всех, блядь, Риджипа и Хинты. Артил, где ты? Я метку поставил, от тебя на юго-западе, сейчас буду спускаться в карьер. Да-да-да, так и надо делать. Самое главное, вправо поглядывай, чтобы никто не вышел. Дальний прием. Проводят на связи, да. Это вертолет, посветите нам, сейчас метку на себя поставлю. Метку поставил. Подсветите нам цели. Можно душку вынуть, слышишь? Нет, тут нет, вон стационарный стоит. Стационарный тип сидит. Что-то выносливость очень долго восстанавливать. Согласен. Теперь вертолет. На нас смотрит душка. Есть метка на зушку? Да, состоит ЗУ стационарный ИРБ Скалывор. Видишь? Принял, да. Все, отвернулся, побежали. Джайн живой? Зушка по маршку едет, блять, на юге моей Беркикар. Конечно. Кто говорит? Лавкин. Зушка вот здесь вот, на синей. Дай переносная. Пизда мне, короче, трубы нет. Э-э.
На моей синей зушка поднялась, пример. Чисто. Вот только отсюда видно этот зон. Вижу зушка, вижу что-то. Вижу зушка. Нет, впереди вот зушка стационарная. Так, на цель сложился свой, да? Около зушки стоит человек. Слышишь, около зушки есть стационарный человек. А ты стационарную видишь? Его, чтобы снять двоих. Нет, не вижу. Я вижу, там двое у зушки. Давай их убьем. Нет, стой, нет. Подождите, я тоже готов работать еще. Нет, нет. Дайте я подойду к зушке, которая стационарная. На двоих сразу вырубать. Кто стреляет? Зушка, поехал. Вижу стационарную, могу убить. Я к нему подхожу, подожди. Жань, я могу прям сейчас его убить, потом... Да, давай. Да, я подойду, чтоб на Верочку. Давай. Хорошо идёшь? На 160, ниже челюсти, еще метро 400, лежат в кустах. Будем спереди. Он не хочет, не может двинуться в место. Чё за снайпер бьёт? Убивай. Все. Да ебать вас слышно, блядь, везде. Меня уже на 160 человек бежит. Наша сушка. Жаныч. Ебать, он издалека хуярит. Прикройте меня. Зушку выбили. А ты где? Я в зушке сижу стационарной. Дальняя прием. Смотрите, правее ее, ниже еще. Ты их зушку разъебал? Не вижу, не вижу. Да, он разъебал. Не вижу челика. По мне стреляли 220. Он ко мне зашел. Его может быть ниже тебя, ты можешь не видеть, я не знаю. Есть он на даль. Да, на даль. Читайте меткость. Себе иду, правда. Подходите когда. Ебашили. Серьезно? Алло. Достойно я убил бота. Кто сейчас карьер спустился, возле домика бежит? Каких домик? От западе на зушке. Он бежит на запад сейчас. Ну СПН, кто бежит сейчас вот под трактором, блядь, здоровым? В триггере, походу, без танка положил одного. Метки все на себя проставили. Лавкин живой? Да, я на метке. Я на метке. Я не... А, на метке. Так, вижу, походу, одного ВДК. Лапкин поставил метку. Да, это свой. Блять, по мне. Это не вы? Нет, никак нет. Это триггер. А, свой ползает еще, блядь. Охуенно.
Рубль, нас прикроешь от триггера? Тут надо ДТВ снять, ДТВ режим. Бля, вот вижу, на камнях лежит, по-моему, он стрел. Смотри, сел, встал, свои. Потому что 1-2 не отвечает. А вроде враг, можно там сейчас... Триггер есть красный контейнер, а кем-то... Кто на камнях? Че ты на кого не выходишь? Я 240 отвечал, я беру шлем. Сбежал череп туда вниз. Тар-тар. Понял. Еще один живой. Смотри, сверху, сверху. Азимут 60. Кто это? Не могу понять. Видишь? Кто-то дома кинул. Сейчас сяду, причекну его туда. Одного уебал в районе твоей метки. Угу. Заряди пока. Заряди Зушку. Патроны ку... На 240, смотрите, за триггером. Туда по хомам набегать. 10 хватов тебе. Кому кто это? Свои. Свои, свои, я видел. Я видел. Все. Харт, я там через. Один с Харкил, похоже. Харкил, прием. Всем сдвиг по КВ. Сдвиг по КВ. Алло. Тут. Ты взял КВ у чувака, оно исчезло, блядь. Там надо перейти на КВ, наверное. Сейчас для потеряшек зайду, посмотрю, кто там. Привет. На твою синюю бегу, сейчас, наверное, пизды получу. О, нашего убили сверху у дерева. Че поставил синюю? Блин, я-то своего убил. Это я, противников. Да сейчас, короче, никого вообще нет. На кране, на синем кране сидит челик. А не там у тебя в упор? Да, рядом с ним, сейчас метку встал. Вот, большой кран. Да, большой кран. Ниже, там где будка, короче, я управляю там. И он еще ниже, от дыма туда вижу, он стрелял такой. На крыше, короче, самой будки, да, синей. Слышь, они походу возвращаться в триггер будут сейчас, я слушаю. Вижу, тут свой снайпер есть. Ма, едет хемт. Сейчас надо будет крыть. Че, братан? Это наш хемт? Хемт должен быть наш. Водила нет. ГП чьё? Да я понял, братан, тут мне кажется, это уже друг другу человек. Уверен, давайте можно. Я за ГПшником пошёл. Хемт, короче, приезжай, надо сейчас крыть. Двое моих. Давайте быстро вывозить это все равно, я посмотрю там, сижу. Что там хинты? Катаются туда. Катаются туда-сюда. Но они контейнер под ним. Будь, смотри на синюю хуйню, там челик есть. Кран этот. Кран? Да. Еще там есть за забором, чувак. Сим. Откуда хент едет, пытается его остановить.
У дороги типы стоят, посуду уже на выходе. Войду в карьер, все, его задави. Надо, чтобы кто-то машину один взял. Да, челик на синем, блядь, надо его убить. Где он сидит? Где он там сидит? Он сидит на синем, на самой будке, короче. Он как в этой, ну, в крашении, все, я вижу, в крашении там сидит, ёбаном. Это синий экран, который, да? Блядь, по сюжету должен быть. Больше синих экранов нет. Да я хуй знает, я, блядь, не вижу ничего с позиции. Так, внимание, противник в триггер отходит. Противник отходит в триггер. Они хотят у дороги сесть и разворачивать. На дальней их что? Быстро. Кто на машинках? Нет, одна труба есть, могу подогнать. На больших машинах есть на связи на дальней? Бегом. Да, 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 большие машины. Они вас пасут, они вас видят, они пасут уже один с трубой у дороги здесь будет пасти. Короче, вот синяя кабина большая. Давайте, наверное, по объездной. Это хуйня, по которой типа вверх можно подняться. Кто внутри хуйни сидит? Его прямо там, вон в текстуре. Да, он в текстуре сидит, я понял. Бей его, я обойду справа. Парни, где зушка была? Мобильная, там кто-то бегает. Отойдите от крана, сейчас ГБ попробуем. Какие-то снайперы, я не знаю, давайте снимать. Кидай. Там нет ГБ, блядь, охуя. Кто-нибудь наблюдает зушку? Там где зушка, да-да-да, да, там какой-то тип. Это враг? Я не знаю, он гелики. У нас есть гелики? Нету. Раз. ТСП у нас не враг. Понял, на зушку. Ты там убил типов, которые там были? Кто-то со мной есть на зушке? На зушке, возле зушки. Да, за зушкой кто-то ходит. На стационарной нашей есть? Нет, за мобильник. На север ухожу. В самом триггере чисто вроде. Сядьте на машинку кто-то на обычную, заберите меня. Какой ты хочешь их? Надо, ну забирай, сейчас поедем в сопровождение. Чё за пост? 260 от крана. Вижу. А уже не наш, по-моему. Не попал. Не сыграч. Лапкин, за ним еще там кто-то бегает. Я пошел встречать, да. Я его убил. А это ты тут в кустах лежишь, да? Да. Ну привет. За камнем РПГшник был. Я его убил. Смотри, противник, 160, кромки, 180. Надо сваливать их, к нам типы уже подходят, я серьезно говорю, я их слушаю. А чё с хентами, увезли все? Ещё грузили. Да заберите машину синяя, вон стоит, поехали. Кто-то проехал уже? Машину стримировать, можешь болеть. Да, один, сейчас выехал. Иди, повтори. Роджер. 250, кто-то ГПшник. Садимся в точилу, валим, вон синяя точила, мы добежим до неё? Валим народ и все. Там по красоте тоже свалим, прикроем. Там типы впереди идет сейчас. Так что, брать точило его за машину? Да, синий убери, забирай нас. Давай, Вуди, спускаемся. А кто еще был тут? Спускаемся тоже, пошли. На машине прямо проедешь, мы левее. Я вижу вас. Попади ты ее. Все уезжают? Никто не остался? Не, мы остались. Тут стоит этот КамАЗ, короче. Уезжает. Слышишь, может ты за руль сейчас не буду ехать, и карты нет. Давай. Иди, я патрон на лутой. У меня вообще нету. Быстрее. Это враг здесь. Да? Сел? Стой. Почему?
Братик, быстрее. Все, сопровождаем его до русских. Вывозим последние грузовики. Я сопровождаю. А сколько надо вывести? Три или два по условности? Да там фига уехал. А че он свернул резко? Идите прямо со мной, рядом. Передо мной, куда смотрим, со мной. Сейчас, походу, когда перезаряжаешься, магазин выкидывает. А сколько вывезли? Сколько вывезли? Один. Сколько еще в пути? Разъебал. Пиздец. Блять, выстрелило. Оружие. Диги, Диги, слышь меня? Да. По-моему, мы будем еще возвращаться. Закрепитесь там. Они вас слышат, Диги. Передаю привет, ребят. Диги, ты слышишь меня? Вот если нашел, ты смотри, там Зушка, и я в бинокль смотрю враг. Так, возле Зушки враг. Где мы сидели, стационарная. Нет, это там наши, но они где-то рядом.